Всем привет снова, здравствуйте, ZBrush 2019, и в тему об играх давайте попробуем сделать кубики. Игральные кубики, можно для нарт, можно именно для игры Jumanji. Погнали разбираться, как это все делается. Все стандартно, опять же открываем куб, вытягиваем его, опять же Edit. Выравниваем Shift, левая кнопка мыши, жмем поле F. Так, жмем теперь Make Poly Mesh, Ctrl-D, Ctrl-D. Можно еще Ctrl-D. И теперь в геометрии заходим, Del Lower. И вот он уже кубик получился. Вот такая штукенция. Поле F отключаем. Смотрим опять же сетку. Вот эта штука неинтересная. Давайте сделаем всему этому DynaMesh. Заходим в Geometry. Находим DynaMesh и пол. И Project. Нажимаем Project и жмем DynaMesh. Вот теперь сетка пойдет. Вот теперь нормально. Теперь подгружаем текстурку. Жмем текстуры и жмем импорт. Немного у меня железо опять подтупляет, так что пардоньте. Находим текстурку и жмем открыть. Все, текстура подгрузила, жмем на текстуру и жмем вот этот значок. Вот эти вот именно точки для куба. Так, вот это все нам теперь пригодится. Следом жмем текстуру, и если очень нам важно, чтобы точки вот эти располагались правильно, то подгружаем еще одну текстурку, на которой будет именно расположение точек. Шестерка, тройка, двойка, вот в таком именно порядке. Все это дело опять же уменьшаем и уводим куда-нибудь в бок. Ну где-то вот сюда. Следом берем вот эту текстурку, делаем ее побольше, вот таким вот образом. И делаем ее прозрачней. Вот так вот. Можно побольше. Главное, чтобы точки было видно. Вот так. Теперь делаем ее именно побольше. Вот так. Выравниваем по кубу. Смотрим, чтобы все состыковалось. Можно даже еще немножко прибавить. И вот так куб этот поймать. Вот так. Таким вот образом. Отключаем теперь текстуру, она нам не нужна. И поработаем маской. Можно это, конечно, вычитать, но попробуем маской. Включаем Ctrl, клицы вот этот. Строк включаем. Циркл вот этот, как вот тут. Включаем круг. И теперь давайте все это делаем именно по... Моделируем, помаскируем. Вот так вот, раз. Тоже это все дело не быстрое. Сосредоточьтесь, и будет все классно. Вот таким вот образом. Все подгадывайте поровней. Мышкой, конечно, чуть-чуть неудобно. Но, в принципе, все это можно сделать. Так, еще пару точек.
Так вот, раз. Можно опять же делать одну сторону, а потом делать именно зеркалку Mirror и Mirror and Well. Ну, так вот будет чуть подольше, но ничего. Вот так, точки нанесены. С другой стороны, если вам не принципиально, где находятся точки, то здесь можно одну потом удалить, и будет четверка. Вот так вот. Ну, это дело мы все снимем, маску. Жмем, так, Poly F можно отключить. Теперь жмем Ctrl-P. И можно, допустим, работать Gizmo. Можно также работать в деформации инфлатеном. Вот так инфлатеном будет, наверное, получше. Вот так. Теперь жмем Ctrl-P и делаем Ctrl-W. Нам это потом пригодится, чтобы именно полигруппы были. Так, теперь жмем Shift-Z, разворачиваем куб, выравниваем. Shift, левая кнопка мыши. Вот так вот. Теперь жмем Z. И смотрим. Так, это если у нас была пятерка. Сверху у нас должна быть шестерка. А сзади. Так, 5, 6. Кстати, сзади и должна была четверка быть. Жмем Ctrl-Z. Ctrl-Z. Жмем Ctrl-Z. Смотрим, где тут что, чтобы появилась четверка. Так, вот эту. Так, а вот как теперь ее обыграть? Обыграть ее не получится, потому что если одну сторону замаскировать и эту стереть, то сотрется и тут. Значит, делаем все, как и было. Здесь у нас будет пятерка. Жмем теперь Shift-Z. И смотрим. Так, разворачиваем. Shift, левая кнопка мыши. Все это дело опять же подгоняем. Не меняйте размер куба. Вот именно просто его вертите. Так, и находим теперь четверку. Вот теперь ее вот так вот выравниваем, подгоняем, смотрим, где тут чего. Если не видно, то можно прибавить именно вот так вот метки куба. Вот таким вот образом. Вот так. Теперь Shift. Z отключаем глаз и опять же продолжаем все это дело вот таким вот образом делать. Маскируем. Маскируем и повторяем еще два раза. Если работать вычитанием, то здесь уже будет попроще. Так, вот так все это дело снимаем. Shift-Z. И теперь опять Ctrl-I. И опять же инфлатором уменьшаем. Смотрим глубину. Вроде нормально. Теперь Ctrl-I и Ctrl-W. Вот еще у нас получилась полигруппа. Все дальше делаю, уже не объясняю, принцип понятен. После того, как вы все сделали, теперь давайте сделаем всему этому полиш. Вот, уже у нас симпатичный такой куб стал. И вот у нас полигруппы здесь уже сохранились. Так, теперь что делаем? Ставим RGB, зад отключаем.
жмем Shift Z на поле группу и жмем черный цвет. Вот так все это дело красим. Вот таким вот образом. И Ctrl Shift. И повторяем это со всеми вот этими полигруппами. Все это закрашиваем. Так, смотрим, чтобы ничего не забыть. Очень важно это дело, ничего не забыть. Я постоянно что-то забываю. Так, тройки, двойки, единицы. Все вроде нормально. Так, теперь Ctrl-Shift куб. Вот так вот. Смотрим, что да как. Вот так теперь все нажимаем и выбираем белый цвет. Побольше Draw Size. И вот так все это дело чтобы нигде ничего не пропустить. Так, четверку. И вот так все это дело красим. Так, теперь меняем материал. Оставим, наверное, белый. Так, не этот, чуть поглажим. Вот так вот. Вот так, вот так вот просто можно сделать куб. Именно игровой. Выбираем другой материал, чтобы получше было. Любой оттенок можно. Вот так вот. Ну и BPR сделаем, посмотрим, чтобы это все классно смотрелось. Можно вот так вот сделать золотой куб. Вот таким образом. Все, всем пока, до свидания.